День работников в образовании отмечается каждое первое воскресенье октября. В преддверии праздника в местном дворце культуры отметили это событие. «С любовью к учителю» назывался концерт, плюс торжественная процедура награждения, которая перемежала концертные номера. При входе в зал ДК каждому учителю вручали розы, что сразу повышало настроение виновников торжества. Со сцены звучали слова поздравлений. Программу вели сотрудники ЦВР и ДТ Татьяна Помазан и Светлана Тычина. Более сотни грамот в этот день получили лучшие педагоги общеобразовательных школ, школы эстетического воспитания, станции юных техников и натуралистов. Грамотами и благодарностями городского головы отметили работу директоров и учителей школ, заведующих детских садов, руководителей учреждений внешкольного образования. А в концерте приняли участие хореографические коллективы «Ритм и радуга», певцы Дарина Мищенко, Ася Сара, Алена Арнаут, Игорь Ботнаренко, Максим Дорогчи и баянист Андрей Доков. Концерт получился теплым и запоминающимся. Оксана Карсельян, веб-студия «Курьер».